решительно. Все образованные, агрессивные, интеллигентные люди. Люди, говорящие на разных языках. Для меня это все равно, если человек служит в Украине, идеи государственности, идеи единой нашего дома, где все люди, все этнические происхождения, все как хорошо чувствуют, а в этом есть вот идея Одесса. Одесса открытый город. Одесса город, который и откуда иначе должно начаться восстановление Украины. И поэтому, что произошло на этих выборах во многих местах Украины? Произошло полный счет то, что происходило часто в прошлом году. Старые люди во многих местах, не везде, во многих местах поменялось, и это будет правильное направление. Но во многих местах старые люди, которые не кочевали из одной партии, другую, вторую, третью, перекрашивались постоянно. Единственное, у них не меняется. Это все равно принадлежит им. Они всегда договорились. Говорят, между собой, все схвачено, мы заранее потеряем, сейчас деньги возьмем, и все, что мы там выложим, вложим в компанию, также 10 лет больше заберем. Как было всегда. Так вот, что я предлагаю. Во-первых, я сюда приехал не для того, чтобы вам какие-то готовые рецепты давать, потому что это было бы неправильно. Мы сами должны решить. Первое, мы должны сражаться до конца, чтобы на этих выборах у нас было 80 сфальсифицированных бюллетеней. И 80 сфальсифицированных, почему-то все они оказались почти сфальсифицированы в сторону. Ну, это же очевидно. Если без них это неправильно на месте одного кандидата, и сейчас прокуратура, кстати, занимается приемкой этих бюллетеней, это означает, что мы имеем дело с этим хорошим. Точно так же, как было Януковича в 2007 году. Но это 2015. Но почему это возможно? Возможно, потому что Кивалов до сих пор уважаемый член общества, который волнует компанию. И что Кивалов... Что Кивалов больше всего учится в Одессе, у Кивалова больше всего телеканалов. Что Кивалов депутат, что Кивалов не прикасает, что его нельзя вообще близко к нему подойти, или нельзя подать на него времени. Что он всегда все суды выигрывал и выигрывает. И когда в 2004 году, значит, субъект не был наказан, значит, система не была наказана. Значит, система не поднялась. И каждый год, каждый день, когда эта система не будет наказана, она будет нам возвращаться и мстить за то, что мы хотим свободы, за то, что мы хотим жить лучше, за то, что мы хотим уйти от совка, за то, что мы хотим, чтобы дети имели будущее, за то, что мы хотим, чтобы было мирно, спокойно, но быстро развитие страны. Поэтому я предлагаю, во-первых, я всем говорю, это не за одного кандидата. Надо быть честным. Я хочу сказать кандидату Уханову. Кандидату, а не мир. Потому что надо только расчетов. Он же очень гордится тем, что он спасен. Может быть, надаемся в это? По ушам ездит. Может быть, честно, наконец-то будем выходить, а не просто там. Пройти. Если это бокс, то давайте боксировать руками только, а не руками, ногами, зубами, еще что-то, судя, чтобы по голове кувалка не бил. Если это другой вид спорта, давайте, чтобы будем играть 11 на 11 если это футбол, а не 30 на 5. Честно, ферплей. И тогда ни у кого не будет претензий. Мы никому не требуем того, что заранее один кандидат должен победить. Я специально для этого хочу сказать. Мы хотим, чтобы победила справедливость. Победила так, как она есть. Тут у нас, правда, больше Одесса действительно рассыпать. Я хочу знать, сколько остальное Украины знает. Одесса, я считаю, что здесь живут лучшие люди не только в Украине. Пусть никто не обижается. Но в Европе, в Америке, по сравнению с Америкой, Европой, Евразией, везде, очень, вообще никто близко не подходит, как бы такое сочетание всего. Таланта, драйва, бренда, истории. Открытость, наголитие вот этой особенной культуры. Это уникальное сочетание. Везде все должно быть заменено. Мы должны поменять все здесь,
должны поменять все по стране. Я очень рассчитываю, надеюсь, что большие изменения начнутся именно с Одессы. Не напрасно люди выходили на революцию достоинства, на первую Майдан, на вторую революцию. Мы не выходили ни за определенного лидера, мы выходили ни за того, что там Ющенко был в свое время избран, или Тимошенко, или там любой из теперешних лидеров, или Саша Барин. Мы выходили за то, как выходили за то, я, кстати, тоже был участником обоих Майданов, так все считают. Мы все были за то, чтобы была другая жизнь. Я предлагаю создать комитет действий одесской общественности, который будет не давать им спуску. Вот они поделились сейчас. Был у меня... Я когда в Спасницы выбрали тот вечер, я пригласил Ухатова, я сказал, идет массовая фальсификация. Мне бы не хотелось вмешиваться в избирательную кампанию. Единственное, что я предлагаю прекратить эту фальсификацию, вот на глазах у нас идет, Валерий, завтра в вечер, когда были эти полы, я с ним встретился и говорю, что Валерий Константинович, ну, удивительный результат, кандидат, он был за Сашу Боровиков, набрал такое количество голосов за 3 недели, молодец. Будет второй тур, и все перейдет у вас. Я вас поздравляю, как капитан. Вы не понимаете, вот сейчас все и начинается. Какие проценты? Вот сейчас, с этого часа, начнется твориться то, что вы даже представить не можете. Мы потом представили, 8 протоколов. Мы посмотрели, что в эти 8 месяцев протоколов. Как сколько времени нужно оставаться жить.